Депутаты вновь отказались создать парк-мемориал Воскресенский на территории бывшего санатория Красной Зари, а ныне просто заброшенной зеленой зоны. На этой территории в 1848-1926 годах находился Воскресенский скит женского монастыря Святого Архангела Михаила и одноименная церковь, а также кладбище площадью более 5,5 гектар, где были захоронены многие знаковые для Одессы люди, в том числе представители разных национальных общин. Ми з вами враховували цінність кожної складової цієї території. І це не тільки 6 об'єктів пам'яток культурної спадщини. Це історична пам'ять. Це про гідність. Давайте об'єднаємо зусилля для того, щоб показати громаді, нашим виборцям, що ми за парки та сквери, що ми не лобіюємо забудовників. В результате Ольгу Квасницкую услышали лишь 14 депутатов, которые проголосовали «за». Отмечу, что большая часть ее коллег по фракции «Слуга народа» не поддержали создание парка-мемориала, так же, как и традиционно промарские депутаты из «Доверяй делам». Это была четвертая попытка узаконить зеленую зону и защитить ее от застройки. Ведь уже не первый год длятся суды между Укрпрофздравницей и фирмой «Будлав Инвест», которая намерена возвести на территории Красной Зари жилой комплекс.